Бросим баян, половина бушет, только жопы тушат. Но к чему все эти ваши штучки? До сих пор не понимаю, почему хоть как бы стать паладина не под силам победить наш клан, даже с расчетом 3 в 1 рыло мы победили. Играть за имбаланс как удел для пидорасов, и Дезу это по нраву. Вижовых он рукавицы клан держит, но за коленку атака, ведь уже рядом монетово из-за стенки. Лес один поле не воин, высочно по неволе, но даже с таким раскладом возвращается за складом. Однако одно и то же подмога не помогает высоиться снова в город. На нашем сервере паладины умеют даже летать, правда только до города. По привету от Rise of Empire. Только куры, танки и все взятки глотки. Мы играем только за имбовых персонажей. Бушки платят бабки, вовки на шоколадке. Как по заказу на осаде, баги сразу. Дестер с патиудом, это ли не чудо? Отменяют вары мыши, так что будьте тише.